Привет! Вы слушаете настольный игровой подкаст от канала Ponastolim. Аудиопередача, где два молодых сексапильных голоса обсуждают настольные игры и все, что с ними связано. Меня зовут Денис Матвеев. А я Екатерина, и я что-то не поняла, почему Денис сказал про сексуальные голоса, ну ладно. Сексапильные голоса. Ну, сексапильные, разве это не одно и то же? Пускай эти голоса умиротворяют вас или настраивают на игривый и игровой лад. Я уже сказал, что меня зовут Денис, да? Конечно, конечно. Ну, давай начнем. Сегодня 29-й выпуск этого подкаста. И опять же хочется сразу же извиниться за то, что, возможно, мой микрофон, мой звук будет опять не очень адекватном состоянии, потому что, как я подразобрался, все-таки дело в кабеле. Либо нам предстоит купить новый кабель, либо что-то еще сделать, а Екатерину вы сможете слышать ее прекрасным голосом, так как есть, как всегда, хорошо. Да, Екатерина, она, как всегда, прекрасна. Ей везет больше всего. Ну, знаешь, все-таки китайские кабеля, они такие. Итак, сегодня 29-й выпуск. Мы будем обсуждать, как мне кажется, интересную тему, но начнем с того, в какие игры мы сыграли за прошедшую неделю. И начнем с чего? С какой игры? Серебрия. Да, я думаю, это будет самое оптимальное, потому что у нас на этой неделе вышло видео по этой карточной игре. Она полностью эмоциональна, потому что игра про эмоции, чувства, как положительные, так и отрицательные. Каждый человек их испытывает. И авторы игры решили ее вот так вот представить на наш лад. Мы сыграли, давай опишем, как нам понравилось или нет, потому что на записи было одно. Перед записью было еще несколько партий, чтобы ее опробовать с разными людьми. Давай ты начнешь высказывать свое мнение. Ну, честно говоря, я даже не знаю, как сказать, чтобы не повторяться в видео, потому что мое мнение, в принципе, такое же осталось, оно более-менее спокойно, то есть игра-то хороша, она, то есть, ну, нормальная игра, но это не твердая 5, ни в коем случае, то есть до 5 условной отличная игра, но не дотягивает. Для тех, кто не знает, и для тех, кто не смотрел наше видео, игра из себя представляет складывание наборов карт, где у вас есть свои эмоции, вы их выкладываете, и у каждой эмоции есть свои активные действия. Вы можете тратить фрагментики с них, либо просто побыстрее заканчивать раунд и тем самым набирать фрагменты, потому что главная цель — это набор камешков, как отрицательных синеньких, так и положительных красненьких. Оранжевых. Кто успеет больше всех набрать, тот и победил. Ну, это да. Вообще, кстати говоря, все-таки плюс, я бы сказала, в принципе, как и компоненты, как и иллюстрации. Иллюстрации вообще прикольные, да, достаточно всякие вот эти какие-то жучки, червячки или что это такое, непонятно, там нарисованное. И вообще, я всегда все-таки радуюсь, когда мы играем в английский язык, ну, в английский язык играем, в игры с английским языком, там, условно же, были вот эти как положительные, так и негативные условные эмоции. А каждая вот эта зверюшка нарисована и подписана эмоции, да, как задумал автор. Наверное, для тех, кто говорил бы на английском, это не очень, интересно, но для меня было интересно, вот такая вот эмоция по-английскому звучит так-то, и ты развиваешь свой, язык, в общем-то. Плюс мне понравилось еще видение иллюстратора, как он видит каждую эмоцию, как он ее изобразил. Достаточно странно было видеть некоторые эмоции, такие как ярость, прям совсем они по-другому выглядели. Помнишь, такой маленький, застенчивый, это, по-моему, действительно была эмоция стеснения. Хочется также еще отметить, что в этой игре каждый игрок стремится подгадить другому, но при этом все действия, они почему-то активируются только на одного игрока, а не на всех. Хотя игра до 5, и было бы круто, если бы у каждой эмоции было бы действие как на одного игрока, так и на многих одновременно. Я бы могла сказать, что вот на 3 было особенно прочувствовано, когда видео это вроде не было, когда мы просто даже играли вне. Если 2 человека на одного начинают нападать, вообще это как бы сильно чувствуется, как вроде бы и в любой, да, игре, но как же это правильно сказать-то? Как бы восстановиться-то возможно, как бы я не почувствовала дисбаланс, но чувство раздосадования тебя как бы не оставляет, потому что я помню, ты, Никита, как-то у меня там начали, вот с помощью вот этих свойств там отбирать карты, забирать вот эти кристаллики, да, эмоций, и ты такой прям, какой капец, как я могу догнать? И хотя там, есть возможность спокойно догнать, но ну не знаю, ну не настолько. Как-то вот прям именно в этой игре я прям сильно это прочувствовал, даже не знаю, как это объяснить. По прошествии времени я лично не понял, понравилась ли мне игра или нет, потому что она сильно не выделяется на общем фоне других игр, но и при этом таких же ровесников и одинаковых направлений с этой игрой я лично не могу выделить. Возможно, стоит ее еще как-нибудь испробовать, хотя одновременно это и не хочется тоже делать. Ну, меня лично интересует, как всегда, большим составом, больше как сыграть, потому что на троих, ну, как вот действительно трое, среднее количество, да, игроков. Мне больше вот интересует четверо-пятеро. Пятеро-то вряд ли мы сейчас куда-то притащим в ближайшее время, а на четверых еще можно попробовать в нее сыграть. И опять же, вот мы играли на троих, и полностью колода так и не прокрутилась. У нас где-то 1/3 колоды так и осталась незамешанной, и они так и не вышли. Да, ты, как всегда, любишь, чтобы колода быстрее прокручивалась, это я знаю. Не то, что быстрее, но хотя бы было бы интересно, если бы все прошли, а нам почему-то выпадали только карточки, эмоции, банки, где нет никаких умений, только пустые места, куда можно было складывать фрагментики. Что еще я хочу отметить относительно этой игры? У нее есть старшая сестра, это просто игра «Серебрия», она масштабная, она евро, она с фигурками, с миниатюрами. И вот здесь вот создатели, видно, хотели расширить игровой мир, сделав карточную игру. Насчет игрового мира не могу сказать, что у них это получилось по игровой механике, но если брать иллюстрации, как они описывали каждую эмоцию и каждое действие, возможно, у них это получилось, и любители этого мира будут довольны. Но еще за такой небольшой промежуток времени мы, конечно, успели сесть, сыграть в нашу любимую игру «Рут». Сначала она была самая любимая у Дениса, теперь она любимая еще и у меня. Но на самом деле не прям самая, но действительно очень сильно полюбившаяся мне. То есть небольшой промежуток времени, и мы уже успели сыграть и вдвоем с Денисом, и вот втроем, когда, скажем так, наш родственник приезжал. Так случилось, что компания Crowd Games выпускает первое дополнение на русском языке. Это не реклама их, так просто получилось. Мы увидели, что они выпустили. Ну, круто, будет на русском языке одна из наших любимых игр. И мы действительно играли. Сначала мы сыграли вдвоем с тобой, Кать. Отыграли опять вместе с роботом Кисой. И в любом случае мы уже навострились против нее играть, не давая ей ни размножаться на карте, не давая ей никого захватывать. И при этом мы между друг другом боролись. Ты каждый раз выбираешь против меня игру за енота, и мне с каждым разом против тебя все сложнее и сложнее играть. Ну, мне нравится играть за енота. Я уже, по-моему, всеми уже успела отыграть, ну, как вот этими разновидностей бомжей-бродяг, в общем-то. Мне они нравятся. Особенно, кстати, против Кисы мне нравится, ну, робота Кисы играть. Там есть такой, помнишь, бомж, тоже, кстати говоря, кот. Он как будто из их фракции, как будто как-то отделился. У него единственное свойство — подорвать одну ячейку. И мне понравилось именно вот... По крайней мере, именно с роботом это самое то, потому что у робота эти коты собираются, и их очень сложно уничтожить единовременно. На самом деле, ну, в принципе, мы много уже отыграли в эту игру. Мне просто иногда хочется так сильно в енота разыграться, поэтому я чаще всего его выбираю. Это не значит, что только его выбираю, просто мне просто нравится в последнее время его выбирать. Вот, да, что самое нужно, главное сказать. И так получилось, когда мы тоже садились втроем играть. Например, Никите, да, нашему третьему игроку, ему более-менее понравилось играть за котов уже не робота, естественно, а просто за фракцию котов. Он точно так же спокойно объясняет, что, в принципе, ему достаточно легко понятно, что от него эта фракция, скажем так, хочет. Мы целый выпуск посвящали этой настольной игре, по-моему, он был 5-й, только в начале нашего подкастного бюро, сейчас уже 29-й идет выпуск. Прям 5-й? По-моему, да. Если честно, я не помню. Либо 15-й. Вот такой вот разбор. Какой-то из этих выпусков, в общем, каждый 5-й. Но давай мы с тобой не будем опять вновь ее обсуждать и говорить уже про фракции. Все и так понятно. Мы ждем второе дополнение, где есть вороны и где есть кроты. Ты мне скажи, тебе не надоела эта игра по прошествии уже вот больше, почти год уже она как у нас есть? Мне она не надоела. Я бы хотела как раз, знаешь, что сказать? Как раз ты сказал же, крауды то, что выпускают. я не знаю, как сказать, помнишь, у меня была такая первая эмоция, когда ты мне сказал, о, кстати, они уже выпускают типа дополнение. Я, если честно, удивилась в хорошем смысле, потому что на самом деле я почему-то думала, они это будут очень долго делать. Ну, знаешь, как всегда, игра уже 100 лет назад вышла где-то там, за рубежом, а до нас она дойдет через год, если не дольше, да. Но хотя я не могу прям, как сказать, обвинять Крауду, что они так долго делают. На самом деле нет, они не прям так долго что-то делают, и поэтому я приятно удивилась, действительно, что раз, и уже дополнение они собирают. Ну, то есть это большой респект. Ну, по крайней мере, с моей стороны, что они собираются это издавать, и я надеюсь, главное, что будет хорошего качества, потому что многие игроки жаловались на базу российского качества. То есть это плохо, это не очень, в общем-то. Поэтому хочу сказать, просто, в принципе, игра мне не надоела. Я жду еще дополнительное дополнение, да, масло масляное. Вот, и особенно, знаешь, что хочу? Я хочу новое поле, вот что я хочу. Я тебе даже больше расскажу немножечко, если ты не следила. Секрет, да? Да, если ты не следила, то там есть 2 поля. Есть на озере и есть в горах. То есть озеро и так в горах, и подземелье есть. Это как бы 2 новые карты будут. Ну, в смысле, с 2 сторон ты имеешь в виду? Да. Ну, это я осознаю, спасибо. Я думала, ты сейчас так на меня смотришь, я подумала, ты имеешь в виду, условно, грубо говоря, 4 типа получается. Но и то, что 2 двухсторонние, я это понимаю. А относительно предзаказов не забывай, что не всегда делается так, что игра готова, и компания устраивает предзаказ. Обычно они делают предзаказ, проходит где-то месяца 2-3, и игра приходит. Как Crowd Games написали, что игру вы получите в октябре. Вот, ну, дополнение вы получите в октябре. Если я не лукавлю, можете... Я какой-то такой дезинформатор, но, по-моему, в октябре. Если что, прям сильно не ручаюсь. Слушай, а при этом у меня, кстати, хороший вопрос. Это, я считаю, не отклонением ни от коем случае от формата разговора. Как ты думаешь, в октябре, когда будет шпиль, да, вот сама изначально лидер гейм, да, компания, она уже сможет предоставить свое... дополнение, в смысле, не для нас, а в принципе для любых игроков, как думаешь, уже будет их готово вот с кротами? Начиная с пакса, который был, по-моему, в мае, у них есть демо-версия, они везде с собой ее привозят, как я замечаю в их социальных сетях, и вот сейчас в августе будет GenCon, они везде пишут, что вы можете, во-первых, купить и базовые дополнения, просто которое уже выпущено, но и поиграть на их демо-стенде вот в это, с этим дополнением, которое подземное. Так что, я думаю, если они приедут на шпиль, то, естественно, они привезут именно демо-версию. Но самые готовые копии они обещают ближе к зиме. Но обязательно, как, скорее всего, задержится, будет какая-то задержка. Но, считай, январь-февраль уже точно будет у людей, которые вложились. Ну, видишь, достаточно хорошая информация. За ними ты, в общем-то, следишь, да? Ну, потому что мне нравится эта игра, мне нравится... изучать ее поправки. И самое интересное то, что действительно игра изменяется, и в отличие от ее базовой версии, когда она только была в первых правилах, то уже она немного изменилась. И вот эти правки, которые вносятся, они действительно еще больше добавляют баланса в игре. Знаешь, все-таки, несмотря на то, что мы пытаемся сильно о ней не говорить, я бы все-таки сказала, опять же, это на мой взгляд, я с тобой согласна, но я считаю, надо это немного исправлять до выпуска игр, потому что, мне кажется, поздновато они находят дисбалансы, как и даже в базовой, да, как мы видели, например, с теми же самыми мышами, да, что они изменили. И в дополнение они успели уже изменить, например, с теми же ящерами, да, потому что, сильный дисбаланс был замечен. Так что, мне кажется, может быть, надо было бы на месяц целый притормозить и исправить вот это все. Не забывай, что после выпуска первой партии игры, например, когда игру создавали, в нее могли сыграть тестеры, например, 200-300 человек. Это было бы 200-300 отзывов, да, которые испытали люди, и они бы говорили, вот здесь вот нам кажется поправки нужно внести и так далее. После выпуска со всего мира люди на английском языке могли написать автору игры, что нам кажется так-то, так-то. Это совсем другое число. И автор мог пересмотреть вот эти взаимодействия. То есть, ну да, люди покупают за свои деньги не всегда готовую игру. Но зато следующую редакцию не обязательно покупать новые планшеты или что-то еще. В сети доступны новые правила, играй по ним. В этом нет никаких проблем. Ну, вообще логично ты все на самом деле сказал. Но это даже плюс получается, потому что это идет как отклик от разных игроков мира. И это даже позитивно очень. Я думаю, мы с тобой сейчас в продолжении нашего подкаста на определенную тему очень хорошо поспорим. Мне все равно очень приятно то, что спустя год, по крайней мере тебе, про себя-то я знаю ответ, что тебе эта игра не наскучила, и нам до сих пор нравится ее раскладывать с тобой. Ну а прежде чем мы начнем с Катей обсуждать тему сегодняшнего подкаста, я хочу напомнить, что совсем недавно, на мой день рождения, мы выпустили свою уникальную криптовалюту под названием Ponastolim. Монета Ponastolim находится в сети Minter, и там есть различные валидаторы, которые позволяют ваши денежки, которые вы вкладываете и которые крутятся в этой криптовалюте, приумножать. То есть валидаторы позволяют приумножать, а валидаторы это кто? Это непосредственно, ну, можно сказать, грубо компьютеры, которые заставляют работать этот блокчейн, эту сеть. Ну, потому что, да, как всегда, людям надо немножечко объяснять, что ты имеешь в виду. Конечно. На самом деле, со стороны все кажется сложно, но я хочу вас уверить, все намного проще. А хочется также отметить, что у нас сегодня есть спонсор выпуска, который оплатил это все нашей монетой, и это мастернода под названием Zen. А Zen — это надежная мастернода для того, чтобы зарабатывать дополнительные монетки с вложений. Вложение в блокчейне Minter называется делегирование. То есть вы вкладываете монеты, и каждую минуту вам приходят награды. Совсем по чуть-чуть, но чем больше вы вложили, тем больше вам приходит. И особенностью этой мастерноды является то, что у них низкая комиссия, всего 3%, хотя в среднем где-то люди ставят от 7 до 10, здесь они поставили 3%, и это абсолютно для всех участников. Также у ребят есть, как они описывают, спокойный чат, где они спокойно и, знаете, вот этой дзеновском направлении отвечают всем, на все вопросы, новичкам, профессионалам, кому угодно, так что переходите по ссылке, которую я оставлю обязательно к выпуску, или можете просто на слух впечатать в поисковике minterscan.net/zen. И еще разочек minterscan.net/zen. Только надо сказать, что Zen пишется не через D, это говорится через D, а пишется как бы Zen. Итак, самая главная тема сегодняшнего выпуска нашего подкаста называется так, как ремейки настольных игр. Очень странная тема, можете сказать вы. Мы даже с Денисом рассуждали о том, что записывать нам на эту тему говорить или не записывать. А самое главное, почему мы решили записывать, потому что я, скажем так, спросила Дениса, ты считаешь это плохо? Он сказал мне одно, а я ему сказала другое. Я говорю, ну раз у нас идут тут противоречия, рассуждения, давай-ка об этом запишем и поговорим. У нас появился спор, а следовательно, можно записывать подкаст. Я думаю, нам и самим будет до конца выяснить наши взаимоотношения на эту тему. И, естественно, вам услышать наши вот эти вот мысли. Итак, с чего началось вообще все? Я подписан на разные телеграм-каналы, связанные с настольными играми. И их не так много, но есть такой достаточно большой «Новости настольных игр». Мне, в принципе, нравится, как там кто-то ведет, я не знаю, кто это ведет, более-менее кратко и интересно рассказывает о новости настолках. Можно сказать, что тебе, что мне очень сложно угодить, так что я думаю, канал действительно хороший, раз ты его читаешь и говоришь, что мне нравится. Ну, особенно, когда там идет что-то не про отечественные настольные игры, а про зарубежные. И я наткнулся на то, что последние почему-то месяцы в этом телеграм-канале выкладывается то, что будет переиздание определенной игры. Будет переиздание другой этой игры. Будет переиздание еще одной игры. Ну, получается, ремейк этой игры, да? Надо объяснить, что... Ну, как раз ремейк, это, получается, в настольных играх, да, если надо объяснять, это берут какую-то старую игру и ее выпускают на новый лад, скорее всего, с новым дизайном, с новыми компонентами. Возможно, можно так сказать, ремейк — это что-то более улучшенная версия, по крайней мере, эту цель преследуют как создатели, издатели, переиздатели. Перед записью этого подкаста я выписал вот эти вот игры, которые сейчас перечислю вам, чтобы вы понимали, какое количество игр будет сейчас переиздаваться. Итак, это The Quest for Eldorado, Dune, Britannia, Struggle of Empires. И это только начало, потому что, я так понимаю, у компании это сейчас тренд — брать что-то старое, чуть-чуть модернизировать, может быть, не чуть-чуть, хорошо, модернизировать, преображать, добавлять новые иллюстрации и вновь на этом зарабатывать деньги, выпускать это в мир. И давайте сразу обозначим, что в нашем споре лично я буду против и считать, что такое количество ремейков — это плохо. Ну, а я, скажем так, хорошо. Причем я, скорее всего, сейчас очень быстро смогу Дениса перевалить на свою сторону. Специально до выпуска подкаста я не стала сильно с ним спорить, несмотря на то, что я ему сказала, что мы, по идее, играли в ремейк, то есть даже не идея, а так и есть, ремейк игры Brass, потому что известно, что Brass — это, ну, который мы сейчас играли, да, как и вы играли, это уже новая версия Brass, точнее, ее ремейк, то есть у нее была старая иллюстрация с каким-то, как для меня показалось издалека, знаешь, типа Пушкиным каким-то, и она такая более вот эта вот старая, такая старая, я бы сказала, ну, может быть, я сейчас ошибаюсь, но для меня это как старая такая американская вот картинка той старой игры, скажем так. А сейчас она более новая, интересная и приятно смотрительна. Ну, вот ты описываешь только плюсы, что визуально это выглядит круто и приятно в нее сейчас играть. Для меня основным же минусом является то, что если издатели переключаются на переиздание старых игр, то у них уже не хватает фантазии для новых, я считаю, что это логичное умозаключение, потому что неужели нету сейчас авторов, которые будут издавать новые игры, новые механики или что-то более крутое, которое невообразимо можно создать. Обязательно нужно что-то старое делать. И ладно, Brass, это было в прошлом году. Игру переделывали на десятилетие. И почему-то она запомнилась только одна, как ремейк. Сейчас же вот уже... подряд, вот я перечислил 4 игры, и это только начало. И люди начинают еще вспоминать старые игры, чтобы их переделывать. Я думаю, их переделывают действительно, почему еще на новый лад, потому что другое новое поколение, да, подросло, причем оно не особо-то и близко к тому, то есть это не десятилетие, а, ну, как бы... намного больше, да, возраст уже прошел, переиздание игры. Они действительно переделают на новый лад, на новый дизайн, потому что сейчас и мода другая, и вообще время другое, поэтому это переделается, чтобы человеку было приятно в нее играть. Думаю, вряд ли, если бы не тупо распечатали условно какие-то игры того времени, ну просто перепечатали, да, что людям было интересно. Поэтому в принципе, правильно, что они нанимают, условно, других дизайнеров, возможно, опять же, берутся другие издательства, да, не те же издательства, ну, в основе сейчас как-то что видно. И я думаю, это неплохо. На самом деле, они дают этим настольным играм новую жизнь, я так считаю. Ты мне все-таки не ответила на мое противопоставление, что бабладелы, они вновь создают из ничего, из того, что уже прошло, опять чуть-чуть его модернизируют и опять начинают продавать, вместо того, чтобы создать что-то новое и увлекательное. Я тебе говорю о том, что я считаю, они дают как бы заново вторую жизнь этим играм, потому что как бы игры-то неплохие, и они, я думаю, вот эти создатели не за деньгами гонятся, я так считаю, а гонятся за тем, что, например, условно, они в детстве играли и говорят, что была достаточно неплохая игра, почему же они сейчас никто не знает, давайте-ка ее лучше переиздадим. Ты считаешь, что здесь есть благие намерения издательств? Конечно, я считаю, что есть в этом благие намерения. Особенно вот так как это настольный мир, да, как сказать, как мы знаем, все равно это более-менее новый мир, несмотря на то, что даже сейчас переизданием занимаются зарубежные. Да? Мы не про российские говорим сейчас, естественно, издательства, а про зарубежные, которые немножко нас опережают в этом. И, возможно, когда-то и у нас будут переиздания чего-либо. А это, я думаю, точно будет, как обычно. Я хочу сказать, что, я думаю, действительно они делают это с благими намерениями. Например, просто... настольных игр, например, меньше, сейчас скажу как бы с каким примером, мы когда смотрели определение ремейки, да, было приведено именно в типа там кинематограф, да, ну типа кино. Именно почему-то такое, да, определение, то есть не было в настольных играх. И, например, в кино это больше заметно, и, например, на этот момент, ну как бы спорят. Например, да, фильм «Оно», который был не так давно, ну страшный, да, фильм, я имею в виду для всех, про страшного клоуна. Мы с тобой ходили на новый фильм, но мы не ходили на старые. Мы так, ну, условно, нарезками какими-то видели, да, потому что блогеры, которые занимаются, ну, типа кинокритики, да, условные блогеры такие, они сравнивают, например, и большинство говорят, что новинка, она лучше. И, ну, на мой тоже взгляд такой, да, скажем, с новыми технологиями и так далее, мне тоже кажется лучше, потому что, как сказать... Например, тот же самый клоун, например, в первой части он какой-то, он как бы не страшный, но какой-то более больным каким-то, знаешь, выглядит, чем более страшным, например, я так считаю. То есть ремейки — это, в принципе, неплохо. Это не говорится, что все надо копировать, ничего не придумывать, но есть там, где, ну как... те места, где можно сделать ремейк, я так считаю, с благими намерениями. Не просто, да, срубить бабла, как это делает в основе своей Дисней, например, а именно с хорошим как бы моментом, что на новое поколение, чтобы вернуть зрителей к чему-то, например, к тем же самым настольным играм. Я с тобой согласен. Я действительно... Я победила. Нет, ты не победила. Нет. Не перебивай меня, пожалуйста, потому что мне потом даже будет это сложно монтировать. Вот такая печаль-беда, когда два микрофона, монтировать сложнее. Я не согласен с тобой, потому что когда один ремейк, когда одно переиздание в энное количество времени, я готов это принять. В этом нет никаких проблем. Компания решила действительно пойти по этому направлению. Но когда я тебе сейчас перечислил, что буквально за 1 или 2 месяца компании разные начинают говорить, что мы переиздадим вот эту игру, мы переиздадим вот эту игру и еще какую-то игру, то есть это начинает быть каким-то трендом, одним общим направлением, которому компания начинает придерживаться. Не считаешь ли ты, что если большинство таких игр и компаний начинают так поступать, что это стагнация настольных игр, и новые авторы не могут добавить рынку что-то новое, что может взорвать эту индустрию? Возможно, некоторые тогда компании рассматривают так, что они что-то придумывали и теперь считают, что их, ну, какие-то новинки недоработаны, и лучше они сделают ремейк чего-либо. Возможно, они об этом уже задумывались, просто, ну, действительно, какие-то новые игры были в приоритете. Сейчас это сыро, недоработано, и, например, все равно одна их из целей была сделать ремейк, и они так и решили. Ну, то есть ты соглашаешься со мной с тем, что рынок настольных игр сейчас, он... но потихонечку замедляется, и он уже перегревается. Ну, это же не все подряд компании, это много, это удивительно, что так много, но, возможно, просто кто-то не смог придумать. Я же говорю, я надеюсь, что это сделано с благих намерений, то есть я говорю, например, это лучше, чем издавать какую-то новинку сырую, которую потом все... нелестно все, как бы они вызовутся, хотела сказать более грубое слово, но передумала. Смотри, да, вот действительно, лучше не издавать новинку с новой механикой, если ты считаешь, что это сырая. Но, например, ты тоже хотела сделать, ну, ремейк чего-то, либо... Это же лучше сделать ремейк, если ты все равно бы хотела новую, ну, какой-то, точнее, старой игре дать новую жизнь, вторую жизнь. Лучше сделать так, если ты считаешь это нужным. Если ты имеешь в виду, действительно, я поняла, что ты имеешь в виду, что, как вот я только что сказала, тот же самый Дисней по 100 раз мультики перезапускает, да, фильмы перезапускает, которые вот точно хотят срубить бабла, вот Дисней это точно делает, да, то это, естественно, плохо. Если в настольном мире насмотрелись, например, на, вот этих вот Диснеев, и такие, он почему бы сделать, ну, не сделать так, как ты и сказала, только из-за денег, да. Если, как я сказала, в первом варианте они это делают, потому что они хотят дать вторую жизнь, ну, то есть это хорошее намерение, и они понимают, что новинка у них еще не готова, ее лучше оставить на 2020 год, то почему бы и нет? Но тогда, получается, это временный пережиток, чтобы до чего-то нового, чтобы продержаться на плаву, легче нанять иллюстраторов, легче почитать форумы и спросить автора, чтобы он улучшил, чтобы он изменил, и уже он бы доизменил. Но вот относительно того же Брасса, Мартин Уоллес, который тогда создал эту игру, он в последнее время выпускал Wildlands. Мы с тобой в нее не играли, но почему-то они не самые лицеприятные отзывы. Но как бы она хороша, как я понял, мне со стороны она визуально нравится, эта игру, которую он создал. Но насколько много в нее игроки готовы играть, я часто ее видел на барахолках. Я не знаю, почему люди ее продают, но для меня это показатель. Если ее продают достаточно часто, значит, она быстро наскучивает. И остальные игры, последние его, не самые успешные. А вот эту вот игру на лаврах, когда там человек создал, вот легче ее еще дополнить и пересоздать. Brass действительно крутым получился, мне он очень понравился. Но я еще раз повторяю, сейчас это какой-то тренд. И я считаю, что этот тренд, он показателен для стагнации настольных игр. Но, понимаешь, с одной стороны, я с тобой согласна, особенно можно знать, то есть, ну, как сказать, западный, да, тренд, что у них, в принципе, делают ремейки, да, на все подряд, и это работает, да, можно так сказать, что если, я же говорю, насмотрелись именно в плане того, что как срубить бабла, что люди идут это смотрят, то да, это плохо, но я тебе сказала, что если они дают это жизни этому, то это хорошо. Кстати говоря, я уже повторяюсь по несколько раз, просто лишь потому, что ты как бы пытаешься настоять все-таки, Кать, посмотри, что они это все переделывают, они все переделывают, как бы ты просто пытаешься немного в негатив все равно пытаться на это настоять, несмотря на то, что ты согласился со мной, ты все равно пытаешься настоять на том, что это именно тренд, чем желание. Мы сейчас с тобой продолжим и разовьем эту тему дальше. Вот предположим, что этот тренд сейчас пройдет, опять набор настолок появится, вот эти все переизданные игры, они придут, они будут на рынке, а дальше что? Неужели будут создаваться новые игры, которые, если на данный момент не создаются, будут ли они дальше создаваться? Но это мы действительно говорим с тобой только про зарубеж, потому что говорить, что у нас что-то начинают переделать. У нас, по-моему, еще не очень сильно начиналось. Вот только сейчас идет такое сильное развитие отечественных разработок. И, по крайней мере, они здесь сейчас есть. Отсылки на какие-то зарубежные игры, которые там по механикам еще чему-то. Но вот сколько мы играли в отечественные игры, они все равно не похожи, они уникальны. И я считаю, что это было бы не очень хорошо, если бы с самого начала они уже начали делать какие-то ремейки на что-то зарубежное, а не собственную разработку. Кстати говоря, очень интересный вопрос, даже не задумываюсь. То есть уже начинать это делать. Кстати, мне кажется, не в обиду, правда, нашим издателям, у них столько денег нету, чтобы выкупить эти права и переиздать. Это же еще права надо покупать, никто тебе просто так-то это даст переделать. А, ты считаешь, что была вот игра какая-то давняя, и ее потом переделали, и кто-то выпустил из наших именно издателей, потом весь мир ее покупает? Нет, ты меня невнимательно слушаешь. Вот так вот находимся в одной комнате, и Денис не слушает. Нет, я тебе говорю о том, что на данный момент они не обладают такими финансами, чтобы выкупить права на переиздание игры. Они, в принципе, этого не могут сделать, даже если бы они хотели. Ну вот, я тебя не понимаю, что закладывают переиздание. Вот, Roxley Games, они выкупили переиздание игры Brass. И они на разных языках позволили ее выпустить и создать. У нас компания Crowd Games ее перевели. И с завода привезли ее сюда и продавали. Но это Roxley Games все равно выкупили. Ты имеешь что в виду под нашими компаниями? Ну, что, я думаю, есть еще, которые ты вот говоришь, игры, как раз, да, я поняла, и Brass они перевели и так далее, но, видно, они же уже, скорее всего, с Roxley Games договаривались, так ведь? Да. Ну, значит, с ними было почему-то им проще. Я думаю, что они, скорее всего, больше уступили. Мне кажется, не факт, что другие, как сказать, изначальные, первоначальные создатели тех игр спокойно могут уступить российским издателям. Ну, не знаю, мне так, по крайней мере, кажется. Ну, знаешь, если даже сказать, что им не хватит денег, по-моему, это очень глупо. Вот серьезно. Из нуля, по крайней мере, на целый мир уже легче создавать что-то новое и заходить с новинками российских разработок, чем «посмотрите, мы вот впервые для всех сейчас ее пересдадим для всего мира». По-моему, круче мы создать новую игру. Мы с тобой совершенно о разных вещах говорим. Подожди, ты говоришь глупо, я думала, ты скажешь глупо, что они этого не могут сделать. Я тебе говорю, что они не то, что и, с одной стороны, и не могут, но я думаю, они этого и не будут делать. Тут немножко мы не... Подожди, мы сначала говорили про финансы, что надо выкупить права. Это первое. А я говорю про то, что да, я сказала, что они, скорее всего, не смогут выкупить, но самое главное, на самом деле, я думаю, они этим заниматься не будут. Им действительно интересно просто развивать сейчас рынок, действительно новинок придумать. У нас слишком мало новинок, при этом очень много ребят, которые не входят в большие корпорации, которые хотят издать, и сначала им нужно дать, как сказать, выйти... хотя бы на российский-то рынок, не то что на мировой. Им надо сначала на российский-то дать выйти. Какие ремейки? Я думаю, и компании и не могут выкупить, и на самом деле они этого и не хотят сейчас делать, по крайней мере. Я лишь говорю о том, даже если бы у них были финансы, то я считаю, это было бы глупо. Да, я говорю тоже об этом. И я говорю о том, что не то что глупо, я думаю, они даже не смотрят в эту сторону. Я очень на это надеюсь. Пускай нашим разработчикам будут все лавры и все цветы жизни расстилаться и располагаться так, чтобы настольные игры российских авторов узнавали во всем мире. Начинаем предполагать дальше. Раз Катя сказала, что переиздание настольных игр — это хорошо, тогда я задаю тебе, Катя, следующий вопрос. Если переиздания выйдут, то через несколько лет вновь необходимо будет переиздавать настольную игру от переиздания? Все, ты можешь отвечать. Здесь больше нет никакого вопроса. Я представила, что, где, когда. Ой, вот эта лошадь опять закаталась, и, блин, так смешно. Кстати, по-моему, я уже говорила такую шутку, на самом деле просто смешно. Так на меня посмотрел, как будто мы реально в этой передаче сидим. Итак, отвечает Друсь, Катя. Переиздание. Во-первых, это такой относительно мифический, да, вопрос, с одной стороны. Во-вторых, я считаю, даже если это будет переиздание, я не думаю, что это несколько лет. Я думаю, это может быть через несколько десятков лет. Следующий момент, то есть через несколько десятков лет, это, в принципе, неплохо. Почему? Потому что будет новое поколение, которое, скорее всего, как я говорю тебе, условно, не которое через 10 лет за нами поколение идет, скорее всего, которое идет за нами через 20 лет. И для них это, естественно, будет, скорее всего, интересно. Кому-то же интересна монополия по 100 раз переведенная. Например, вот есть монополия Москва, да? У тебя почему-то в детстве была монополия Москва, тебе было интересно, да, это? Кому-то интересна монополия «Игра престолов». Почему-то люди же это покупают, следовательно, почему ремейки не могут быть интересны людям, так ведь? Это уже не ремейки, это не воссоздание чего-то старого, это больше в других вселенных это делают, с другими объединениями структур. То есть здесь получает выгоду и, как ты сказал, «Игра престолов», потому что они узнают и «Игра монополия». И это очень хороший коммерческий ход в данном случае с настольной. И так есть во многих играх, которые не только «Монополия» так поступает. Ну, как бы это не совсем, да, ремейки, а так ее более, как ты правильно сказал, разные вселенные, но тем не менее ремейки, мне кажется, становятся интересны. Как я говорю, ты сыграл в Brass, и тебе, по крайней мере, это понравилось. Ты пока мне не можешь дать гарантии, что вот те ремейки, которые ты, возможно, сейчас столкнешься в будущем, ну, которые игры ты перечислял, да, что они тебе не понравятся. Возможно, они тебе понравятся. Я с тобой согласен. Я не говорю, что игры плохие. Правда, я не готов. Я к тому веду, что для меня тогда на данный момент рынок останавливается, и он не развивается. Потому что, ну, если здесь идет перекос в переиздание старых игр, значит, где-то убывают новые игры. Вот и все. И для меня это, ну, плоховато. Ну, смотри, почему я могу тебе сказать, не совсем это плоховато, на мой взгляд, да? Потому что, я же говорю, это более делать теперь на современный лад, на современное поколение, что сейчас как востребовано, да? То есть, например, как Brass пересоздан, да, что-то более... Там же не современные, иллюстрации в плане того, что там, по сути, оставили все то же самое, но более, современных материалов там тоже так же сделано, да, как-то по-современному, по-новому придумано всякие там внутренние органайзеры, да, например, или, как некоторые говорят, игранайзер, да, он внутренний. Он уже изначально идет другой. То есть это тоже плюс. Я бы хотела сказать, знаешь, вот почему-то мне как-то сегодня от страшилок пошло в голову, да, фильмов страшилок, да, как я сказала, оно. Почему вот есть... Сейчас объясню. Ты вот говоришь про новые настольные игры, да? Лучше пусть придумают новые. Почему иногда лучше остановиться? Помнишь, когда-то давно мы с тобой рассуждали про страшные фильмы разные, и их на самом деле же вышло большое количество. Ты же согласен, что, в принципе, их очень много снято, страшных фильмов. Как считают авторы этого, что они страшны. Но на самом деле это не значит, что раз их стало много, их стали выпускать, потому что в какой-то момент стал тренд, да, на страшилке, это не значит, что они страшные. Опять же, даже наши российские всякие там... киноделы начали это снимать, они считали, что это страшно. Если не добавят каких-то побольше звуков или резких моментов, это не значит, что это страшно. Какие-то и зарубежные также фильмы выходили, какие-то типа паранормального явления, по-моему, кроме первой части, ничто это перебить, да, и не смогло. Это же не значит, что раз их выпустили много, это есть хорошо. Как раз тебе говорю о том, если люди какие-то, компании пересдают ремейки, я надеюсь, они просто это делают, самое главное, качественно, и они это делают с благих целей, что не считают, что они более лучше, скорее всего, сделают, более качественно, и людям это будет востребовано. Лучше пусть, условно, кинодел, если переснимают, то это будет качественно, но не потому, что это тренд, да, потому что они действительно хотят потребителю дать что-то хорошее. Также в настольных играх. Если сейчас кто-то не делает новинки, это не значит, что этого не будет в будущем. И, возможно, и нам не нужно сейчас видеть эти новинки, чтобы все оплевались, когда увидели, сказали, что это за недоделанная игра, знаешь, типа на коленке какая-то, нарисованная, напечатанная и так далее. Но тогда меня удивляет только одно. Почему компании начинают это делать все одновременно, в одно какое-то время, и из этого всего образуется некий тренд. Как ты сказала, из страшилки сегодня тренд на переиздание игр. И вот именно это начинает меня останавливать. Плюс ко всему, ты не думаешь, что такие игры тогда могут войти в такой раш, в такую агонию, и начать так сильно переиздаваться, как, например, карточные колодостроительные игры, где раз в энное количество времени выходит новая колода, которая побеждает старую, и вы купите уже вот эту вот новую, она точно мощнее, она точно интереснее. Вот не думаешь ли ты, что и настолки в какой-то момент, да, это будет масштабнее, да, это будет дороже, но каждый раз будут говорить: о, а эта версия теперь настолько лучше, купите ее. Проходит года два, и еще говорят, и еще, и так далее. Есть у меня для тебя очень простой ответ. Возможно, кто-то сейчас будет слушать такой: да, я так и думал, скажет. Все решает кошелек потребителя и желание потребителя. Я думаю, какое-то время люди, несколько лет действительно, будут, возможно, покупать ремейки, да, возможно, это их в каком-то смысле прикольнет, да. Как ты сказал про колодостроительные карты, я даже знаю, про что ты говоришь, я не знаю, нужно ли это говорить, о чем ты конкретно говоришь, я думаю, нет. Даже сам издатель этих, он очень много лет ездил на том, что можно просто переиздать, точнее как, не переиздать, а сделать новую колоду, которая типа получше, люди покупают, и вроде бы выигрывают игры, но потом, я думаю так, что большинству начало это надоедать. Они, во-первых, в принципе посмотрели в сторону других игр. Появилась, скажем так, аналог, очень похожий на эту игру, но который... колоды могут друг друга победить, и не нужно покупать дополнительные колоды. И что делает тогда этот автор? Он же создал новую игру. Так ведь? Мы же о нем определенном говорим, авторе. Он решил создать новую игру. И все неожиданно посмотрели на эту игру и тоже сейчас ее хотят, начинают покупать. То есть, я думаю, решает в самом конце уже потребитель. Потому что он потом, ему начнет надоедать, и он скажет: нет, чуваки, я это покупать больше не буду. Так что какое-то время на этом ездить, конечно же, можно. И я думаю, люди это прекрасно осознают, что это уже идет не совсем про настольные игры, а что-то про какую-то рыночную экономику, да, скажем так. Друзья, не забудьте оставить свой комментарий там, где вы это слушаете, потому что лично мне, ну, я думаю, и Кате, тоже интересно было бы узнать, как вы относитесь к ремейкам, хорошо это или плохо, чью вы позицию придерживаетесь. Наверное, Катя действительно звучала убедительней, но я от себя не отступлю, я все равно считаю, что это показывает, что рынок сейчас замедляется, и, возможно, нужно немного попустить, и я имею в виду как потребителям, немного придержать свои деньги, подэкономить и найти, и подождать что-то более лучшее. Или же, а почему бы не купить эту же игру только в старом эквиваленте, да, это, ну, не знаю, будет ли дороже, возможно, это будет дороже, возможно, игра будет затрепанней, потому что она БУ, а новую вы в коробке, если найдете, то она будет стоить баснословных денег, но не круто ли это? Вот такой раритет. Знаешь, что я могу тебе сказать? Как раз я думаю, по крайней мере, в нашем российском сегменте, российские игроки, возможно, об этих играх слышат вообще в первый раз. Это, я думаю, правда. А во-вторых, для них относительно это будет новая игра, потому что они не видели изначальные копии игры. То есть, если бы ты, возможно, говорил с людьми с Запада, для них, возможно, опять же, для старшего, скорее всего, поколения, они сказали бы, да, мы играли в эту игру. А наши люди, я думаю, не играли, и поэтому для них относительно это новинка, и они будут покупать, и будут в каком-то смысле правы. Тогда, получается, мы приходим к тому, что это... И вовсе-то и не ремейк. Смотря для кого. Понимаешь, кто-то видел, кто-то знает, кто-то нет. Очень многие же идеи украдены, скажем так, и для кого-то кажется, это, эта компания что-то придумала, а на самом деле они где-то это подсмотрели. Ну, так очень много делается, особенно в нашей стране. Кажется, что это они сами придумали, но на самом деле это они где-то подсмотрели. Ну, пускай это будет на их совести, конечно, мы внутренне осуждаем все это, и мы только за создание чего-то нового, несмотря на то, что это будет сложнее, это будет дольше, по крайней мере, это честнее и больше искренности добавит. Знаешь, ты такой, мы это осуждаем, и я иногда представляю, когда ты вроде так спокойно сказал, мы это осуждаем, и я иногда представляю, осуждаю, это знаете все, и знаешь, такую печать осуждения какой-нибудь. Друзья, спасибо, что вы послушали этот подкаст. Не забывайте переходить на сайт Мастерноды Zen, узнайте, что это такое, вложите туда свои криптовалютные деньги, а лучше всего вложите туда Ponastolim, чтобы вам Ponastolim тоже приносило денежки. Ссылка обязательно в где? Описании. До скорых встреч. Меня зовут Денис. А я Екатерина. Пока. Пока.